OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Интересно для подрастающего поколения, для себя посмотреть технику новую и не совсем новую, но все равно. Мне понравилось то, что выставляется, то, что и выставлялось в прошлом году. Ну, то есть, примерно то же самое, что и было в том году. Понятно. Чего-то прорывного, ну, лично я не увидела. Ниже, парни, ниже. Да, быстренько. Вывели, Игорь, угол посмотрите. Давай. Пасы, давай. Все, зарядили. Давай, Сталь. Товарищ министр обороны Российской Федерации, я интеллектуальный помощник военного образования, робот Алеша. С моим старшим братом вы уже знакомы. В Иркутском Суворовском военном училище. Программа оружейного форума «Армия-2023» отличается предсказуемостью. Как и год назад, российские танки, вертолеты и самолеты ярко блестят на солнце в подмосковной Кубинке. На поле боя их не увидишь, потому что в большинстве своем это опытные образцы. Зато новые натовские машины на фронте появились. Сжигаем мы это все очень успешно, и горит это все синим пламенем. Из того, что якобы уже нажгли, в парке «Патриот» собрали целый музей. В том, что западная техника гораздо совершеннее российской, не сомневаются даже приглашенные пропагандисты. Станции Starlink там стоят, вон там он, которая дает спутниковое целеуказание. Дает тарелка, их, да, вот эта тарелка, да, это модуль Starlink. Он тоже ничего не дает. Не дает. То есть они оснащены всем, но не могут выполнить боевую задачу. Несмотря на победы, задачи спецоперации, по версии Сергея Шойгу, постоянно множатся. Одна амбициознее другой. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Другие путинские чиновники серьезно увлечены философией и рассуждают об угрозах уровня не ниже экзистенциального. Человек создан по образу и подобию Божьему. А западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами. Думаете, кринж на этом закончился? Как бы не так. Ведь враги уже используют массовую культуру как ментальное оружие. А где оружие, там и безопасность. Конференция по психологической обороне, ментальной безопасности, по-разному об этом говорят. На 9-ю по счету пси-конференцию собрали, кажется, всех главных пропагандистов. Они выучили методичку политолога Сергея Караганова. Страну и мир скоро захватят нормальные консерваторы, а не их враги. Консерваторы, они же нормальные, это мы. Мировое большинство, все еще заметное, но оттесняемые силы в странах Запада. Другие условные транснационалисты, они же либералы. Они находятся в сокращающемся меньшинстве, но обладают мощным, хотя и усыхающим потенциалом. Ответы на поставки западного оружия Украине на форуме представлены на любой вкус. Например, прогнать куда подальше НАТО можно в кроссовках бренда Putin Team. Стильно расстрелять врага из орудий и танков, расписанных под гжель. Ну а чтобы солдаты-оккупанты чувствовали себя победителями в тылу, следует переодеть Госбанк в стилизованную под милитари униформу. Главные песни форума «Я русский» из-за певца Шамана и «Это наша земля» Юлии Чечериной. Пока русские патриотические хиты всю неделю звучали нон-стопом по радио парка «Патриот», министр обороны перешел на китайский язык. Уважаемый товарищ министр, нихао. А потом сразу на вьетнамский. Уважаемый товарищ генерал армии, синьтяо. Главное событие форума – антифашистский конгресс. Там выступал Александр Дугин и объяснял, почему Россия до сих пор не может выиграть войну в Украине. Поэтому нам так трудно победить, потому что есть второй уровень этого фашизма. Это современная либеральная идеология. Они уничтожают пол. Причем не только разрешают извращенцам быть извращенцами, они заставляют всех об ультимативном порядке становиться извращенцами. И сегодня они готовятся передать власть искусственному интеллекту. Не забыли на форуме и про классику российского военпрома – мобильные надувные церкви. Но есть и ноу-хау – храмы-автолавки. Лики Христа вмонтировали во внутреннюю обшивку УАЗа. Алтарь устанавливают на откидной задний борт, чтобы лавка быстро открывалась и завершала работу. Строго по графику. Аминь, помилуй, Господи, помилуй. С такими храмами и с попами в орденах никакой сатанизм Россию не одолеет.
Почему мы акцентируем внимание все-таки на сатанизме? Потому что основные смыслы, корень зла, именно там находится. Все остальное – это отвлекление, если хотите, это метастазы и раковые опухоли, которые так или иначе выводят нас все равно вот к этому источнику. Теперь о серьезном. Главное открытие форума – дистанционная война. Крошечная пчела для разведки, надежный шмель для гуманитарного разминирования, боевой шершень для атаки подвесными боеприпасами. Подрядчики Минобороны хвастаются, что их передовая техника, дроны, машины разминирования и мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы беспилотные. Чаще всего это значит, что ими удаленно из укрытия руководят операторы. Судя по выставочным образцам, Россия учла опыт войны в Украине, и теперь путинская армия пытается соответствовать времени. На стендах разнообразие беспилотников от различных производителей, которыми они обещают когда-нибудь победить Украину и НАТО. Но пока до массового производства далеко. Некоторые аппараты даже не до конца прошли испытания, а что-то и вовсе трудно назвать российским. Дроны царят в небе современной войны, а собираются на земле. Например, такие, как на стенде одного из ульяновских предприятий, пока что Китая. Солдат научат воевать в дополненной и виртуальной реальности. То есть вы там сейчас, внутри у себя, видите что-то? Я вижу ключ для снятия предохранителя с сопла. И могу прочитать его описание. Еще одна новая черта – защитные решетки, мангалы. На всей технике, от танков и огнеметных систем «Санцепёк» до машин медицинской службы. Однако какова их реальная эффективность, никому не известно. Но, возможно, потенциальные покупатели из Мьянмы, Лаоса или африканской Джибути, с которыми замминистра обороны Александр Фомин провел встречу, поверят российским коллегам на слово. Наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. Также на форуме открыли утешительную выставку современных протезов. Пластмассовые руки и ноги у поставщиков армии есть на все случаи жизни. Телесного цвета и модной раскраски, гибкие в стиле техно и даже с заделом на будущее в стиле киберпанк. Протезы для детей и подростков. Владимир Путин в напутственном слове пообещал, что каждый гость парка «Патриот» найдет оружие по душе. Предлагаем нашим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. Но на фоне затянувшейся агрессивной войны и расширения санкций гости не горят желанием покупать путинское оружие. Форум «Армия-2023» завершился с провальным для российского ВПК результатом. Организаторам удалось заключить лишь несколько экспортных контрактов на 600 миллионов долларов. На форуме в довоенном 2021 году поставщики Минобороны продали за рубеж оружие на 2 миллиарда евро. Что, в общем-то, закономерный и предсказуемый итог почти 600 дней вторжения в Украину. Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что США одобрили поставку истребителей F-16 на Украину после завершения подготовки украинских летчиков. По словам источника, администрация Байдена дала Дании и Нидерландам официальное заверение, что Вашингтон будет способствовать поставке самолетов, когда обучение завершится. Конкретные сроки в Белом доме не указали.